Боязнь здесь связана с тем, что, во-первых, недоверие к нашим силовым структурам и контролирующим органам. Потому что зачастую они работают заодно с работодателями и предпринимателями. Во-вторых, очень много случаев скрывается. Бывают случаи, что просто работника посылают какое-то выполнить опасное дело без приказа, без всего. А потом, когда если он погиб, крайних нету, сам полез воровать,